Привет, ребята! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать довольно-таки необычное видео. Видео такого формата, довольно-таки знакомого вам, но с небольшим изменением, которое называется «Тётя, купи мне пони». Неожиданно? Я знаю. И перед началом ролика не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, так как в этом видео я использовала намного больше декораций и снимала намного дольше. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк, так как я очень сильно старалась. И что, поехали? Пип-пип-пип-пип-пип. А! Пип-пип-пип. Будильник. Пип-пип. Пип-пип, пип-пип-пип-пип. Всё. Зачем вставать такую рань? В каникулы. Не спится. Так, надо заправить постель. И... уже идти расчесываться и есть. Ну вот, вроде как я убралась. Да. Боже мой, что у меня на голове? Быстрее. Так. Надо навести красоту. Так, надо почесать эту гриву. Так, 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 так. Так. Готово. Идеально. А теперь пойду позавтракаю. Спустя час. Как хорошо позавтракала. Так, теперь буду, наверное, сидеть в телефоне, либо... не знаю. Что мне можно еще делать? Мои поняшки. У меня только две поняшки. Жалко. Вот это, ну, это подушка-поняшка. И вот эта вот поняшка. Вот она. Блин, я хочу себе еще пони, но мама мне не разрешит. Ну, может, как окончание четверти, все же каникулы, она мне разрешит поняшку? Да, пойду у нее спрошу. О, доченька, привет, доча. О, мама. Мама, я тебе хотела кое-что сказать. Во-первых, доченька, доброе утро. Во-первых, я тебе хотела кое-что сказать. Правда? Что? Сегодня приезжает моя сестра Луна. Тетя Луна, ура! Приезжает тетя Луна, тетя Луна. Да-да-да-да. И она сказала, что хочет с собой прогуляться по торговому центру. По торговому центру. Вот именно, дочка, по торговому центру. Поэтому я не хочу, чтобы ты у нее клянчила всяких поняшек и всего такого. Не трать ее деньги. Ну, мам, у меня все же каникулы. И я хорошо закончила эту четверть. И что такого, что у тебя каникулы, ты хорошо закончила это четверть? Это не повод, чтобы покупать тебе всяких поняшек. Вон у тебя есть вот эта вот поняшка, вот эта подушка и вон та вот, которая на твоем комодике. Нет, мама, хочу еще пони. Я хочу больше пони. У всех уже их по 10 штук, а у меня только 2. Тебе столько достаточно. Ты будущая королева. А принцессам не положено иметь такое количество игрушек. Они должны быть умные. Красивые и не играть. И не играть целыми днями в какие-то дурацкие игрушки. А что, мне книжки читать? Ну, если хочешь, читай книжки. Но ни в какие игрушки не играй. Ты уже взрослая пони, должна все понимать. Ну, мам, пожалуйста. Нет. Нет, 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 нет. Ну, мам. Эй, сестра. О, Луна, привет, привет. Тетя Луна, тетя Луна, тетя Луна.
Привет, Искорка, привет, привет. Ну что, поехали сегодня в торговый центр? Да-да-да-да-да-да-да! Так, нет. Луна, может быть, ты просто посидишь, попьешь чай? Какой чай? Я обещала моей любимой племяннице, что отвезу ее в торговый центр. Нет, не надо. Ты что, хочешь, я опять пони купить? Ну а что? Это же неплохая идея. Причем она их любит? Так, сестра, не надо. Если я подумаю, нужно купить Японию, я ее куплю, но не сейчас точно. Ну хорошо, тогда мы просто погуляем по торговому центру. На самом деле, я куплю пони. Да-да-да-да-да-да-да. Что? Я что-то не услышала просто. Ничего, я говорю, что мы просто погуляем по торговому центру. Если будет все как в прошлый раз, не будет. Ну вот если будет как в прошлый раз, что вы придете с 10 сумками, я не знаю, что я сделаю. Да не волнуйся, все будет хорошо, сестра, правда? Искорка. Да! Ну вот видишь, поэтому мы пойдем, Искорка. Хорошо, пока, мам. Пока, Искорка, пока. Так, Искорка, я заказала нам такси, оно еще скоро должно подъехать, поэтому мы поедем на такси. О, вот оно. Идем. Давай, идем. Ура! Люблю такси. Идем. Поехали! Ой-ой, назад. Паркуемся. Все, выходи. Ура, мы приехали в торговый центр, ура! Да, давай сначала пойдем в спа-салон, твой любимый, а потом пойдем уже покупать всякие ненужные штуки. Да! Ой, как хорошо, не правда ли? Да, прикольно, особенно огуречки. Да, и лежать в этой ванне. Ой, как хорошо. Так, Рарити. Да, принцесса, что? Чего вы хотите? Я вам что-нибудь принесу. Я хочу маску. Мне, пожалуйста, принеси маску. Со вкусом папайя, пожалуйста. О, конечно. Сейчас, секундочку. Так-с, вот, пожалуйста. Сейчас я вам нанесу все. Сейчас, секундочку. Так, а ты пока что вылезай уже из ванны. Хорошо. Сейчас я полотенчиком. Там мне полотенчика даст. Минуточку. Так, аккуратненько вставайте копытами на коврик. Угу. Вот так вот стану. Хорошо, снимайте огурчики, сейчас я принесу полотенце. Так вот, хорошо. Так, я тоже вылезаю. Так, тихо. Ой. Так, я на вот эти штучки вылезу. На вот эти вот коврики. Так, вот. Так, и сниму масочку вот эту. Да, хорошо. Ну, не масочку, а огурчики дайте, я вам помогу. Так, это масочка огурцовая, убираем ее. Так, сейчас я вам принесу другую маску, омолаживающую. Луна, я готова. Да, подожди меня, я еще тут чуть-чуть полежу несколько минуток, поэтому подожди меня. Сейчас я чуть-чуть полежу с масочкой. Так, вот вам массаж. Да, сейчас он чуть-чуть полежит, и все. Какое блаженство. Так, ну что, Искорка? Я думаю, я знаю, какое платье я смогу вам предложить. Правда? Какое? У нас есть несколько модельчик, которые подойдут. Искорки. А какие?
Первая модельчика это из новой коллекции, очень хорошая коллекция, вот, вот. Вот, очень знаменитая коллекция, хорошая, удобная. Ух ты, берем. Да! Прикольное платье. Ой, да, 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 мне оно тоже понравилось. Угу. Пони! Пони, 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 пони. Пони. Да, пони, 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 пони. 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 Да. О, тетя, тетя, пожалуйста, Луну купи мне. Пони, можешь купить мне одну? Ну, не знаю, мама вроде твоя сказала. Мы ей не скажем. Ты же мне купила пару вещей из салона, пару вещей... ну, юбок и платьев. Ну, ладно, я не могу тебе отказать, поэтому я куплю тебе. Ура! Какой пони ты хочешь из всех этих? Ой, даже не знаю. Они все клёвенькие. Ну, какой у тебя нет? Из всех этих у меня ни одной нету. Понятно. Понятно. Так, ну, мне кажется, тебе лучше взять какую-нибудь, не знаю, эксклюзивненькую, что ли. Да, я хочу эксклюзивную, вот эту вот, с... ну, вот эту, короче. И вот эту с бантиком. Может, тебе еще маленькую? Да-да-да, можно маленькую? Хорошо, а какую хочешь? Давай, чтобы мама не расстроилась, маму купим. Давай тогда вот эту. Так, пойдем, 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 пойдем купим. Здравствуйте, пробейте, пожалуйста, нам вот этих пони. Конечно, конечно. Так, сейчас. Так, 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 так. Так, так, так. Ну сколько получается? Бздык. 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 Так, тут скидочка, скидочка. Получается, что все пони по цене одной. О, хорошо. Так, с вас всего 500 рублей. 500 рублей? Пожалуйста. Угу, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Ура, пони! Ну что, поехали домой? Поехали. Ну, а вот вы приехали. Что? 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 Вы зачем столько понабрали? Я же сказала вообще ничего не покупать. Я же так редко с ней вижусь. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. И всем пока, пока-пока. А я пошла убивать этих двух пони. Что?